Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на вебинаре Виктории Преображенской, гранд-доктора философии в области теологии и теософии, заведующей кафедрой теософии МУФО, полного профессора, академика Ноосферной общественной академии наук, действительного члена Русского физического общества, члена Международного художественного фонда, основательницы культуры Золотого века, космическое поле искусства третьего тысячелетия Виктории Преображенской, лауреата и дипломанта ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. Приветствую вас, дорогие слушатели. Наша встреча совпала с трагическим событием. 22 июня. Завтра исполняется 74 года со дня вероломного нападения фашистской Германии на нашу Святую Русь, на нашу Родину, СССР. Давайте почтим минутой молчания память павших героев Великой Отечественной войны. Вот прошло 74 года с начала этого трагического события, а темные силы не угомонились, активизировались. Но кто взял меч и пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Так было, есть и будет. Победа Святой Руси за нами.